Да я уже увидел, ребят. Лаунчер успел новый скачать зато. В общем, скачал новый лаунчер. 15.00 БДО. Окей. Качай, играем дальше. Андрей, 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 ты еще не ушел? О, есть 125 очков. И почти дошел до арены. Пета? Надо у Андрея спрашивать. Андрей, нам пет нужен. Достань нам кодов на петов. Я вот такого хотел сейчас. Вот. Только не южный гневорок, а вот какого-нибудь другого. То есть, в общем, петов много разных. А вот это зачем тут? Фигня. Ну вот яйца нужны вот эти. А это что за сферы? Нам яйца, да, вот эти нужны. Ну, гоу еще сыграем. Ритон, пойдешь со мной с фаром? Одну петучку можно пригласить. А, ну как хочешь. Тогда запускаю. Да вообще, лучше была прогеймером в БДО. Какого черта они тех работы опять продляют? Сейчас опять топ-1. Следите за руками. Врываемся в золотой рейтинг. Golden. Просто Golden Boy. А в ТФТ, блин, кто-то сидит в бронзе. Не. Нифига себе, ты, блин, штурмовика берешь. Действительно. Я на последней осаде взял штурмовика на лучники. Наверное, пора возвращаться на Ронина. Хорошая идея. Я же взял штурмовика на лучники. Надо точно на Ронина идти. Что-то идет не так. Скуч тоже такой же, блин. 185 убийств на лучнике. Что-то не то. Надо что-то другое. Ой, что-то не то.
Ну пусть будет хотя бы Warwick. Warwick. Посмотрим. Опять монетка. Походу мы так и не увидим, что и итомы падают в первом раунде. Относим это к городским легендам и мифам про итомы в первом раунде. Не знаю. Мой любимый перс Нидали. Нидали топчик. Ладно, кого я обманываю? Рамус мой любимый. Рамус One Love. Джинкс? Джинкс клевая тян. Но она тян. Она просто клевая. Если из тян говорить, а ДК вообще фортуна. Вне конкуренции. Ничто не может конкурировать с мисс Фортуной. Она самая клевая тян в лоле. О, мастеры тоже классный. Блин, кого подставить? Некого пока что. Бладторн. Бладторн, конечно, хорош, но не на Варвика. Че, гоу, Кэрри Варвик? Блин, был бы он третий, был бы Кэрри Варвик вообще огонь. Че-то пока... Не похоже, чтобы он третий собирался у нас. Ой, не похоже. Да что ж такой за шлак-то падает? Господи. Просто черт что и сбоку бантик. Чувак меня отпинает. Хотя Нидали бафнули. А, у него Нидали вторая. Отдай мою Нидали вторую. Какого хрена у тебя Нидали? Она тебе не нужна. Отдай Нидали, собака. Котеняка. Привет, Саски, буду, но там техработы идут. Ура, я собрал одного персонажа второго левела. Это успех, я считаю. И заявка на победу просто.
Нидали всех скушала. Нидали умница. Слава Нидали. Ну, там есть Варвик. А больше брать-то и нечего. Только Варвика. Ну что, книжку новую добавили? Будем книжку делать. Что еще? Какие у нас варианты и опции? Вот как-то так. Я смотрю, тут много кто Нидали пособирал. Ладно, хер с тобой, пусть будет Bloodthorn. Привет, Висп. Привет, Пуфик. БДО тихо работает. Сидим в ТФТ катаем. Скучаем. А что... Третий Варвик, ты чё, офигел, что ли? Как это вообще работает? Какой в жопу третий Варвик? Мы его всем колхозом не завалим. Пацан с третьим Варвиком. Охренеть. Я знаю, что скрываю. Просто третий Варвик. Ви еще хочу. Да это вообще не лось, это какой-то монстр, чувак, реально. Так нормальные катаны не поступают. Ага. Итамы посыпались, прям вообще топ. Thank you.
Нормально отпинали. Несмотря на то, что Итам и поблочил. Но если бы стояли поближе, может, получше было бы. Нужен еще один одичалый, а это Ари, который у меня нет. Не блочит Варвик и танки, а я им. Блин, у него ВИП потоповее, чем у меня. Посмотрим, что выпадет. Почему одичалых? И дебаширов, и хекстек, и одичалых, и все на свете. И перевертышей. Ну, даже не знаю, что тут брать. Заборол на доп времени. Thank you.
Гуардиан Ангел рулит. Всех по два. Каждой твари по паре. Как вам? Следующим мапаемся. Переходим на дичал. Дичалах оставляем двух. Переходим на дебоширов. Четыре хекстека блочит по большой области существ. Оп, оп, оп. А кто еще дебоширы два? Вот он, хмырь, блин, с третьим варвиком. Швана вторая, третий варвик. Мой варвик круче твоего варвика, понял, да? Девочку удар. Вот хекстек. Две ячейки блокируют. В пределах двух ячеек, короче, фигачит. Нам гнар нужен. Он, видишь, заблочили итемы. У него и у меня. Но у меня на одном итеме, у него на двух. Только у меня варвик лопнул, блядь. Что крайне печально. А у него Дравен жив. Джинкс лютейший ОП. Хотя у него итем на ней дерьмо, и он сдохнет, этот чувак конкретно.
Подзаряжаюсь. Ладно, это не страшно. Пока на инкаме посидим. Мне ДД не хватает нормального. Очень не хватает нормального ДД. И вот даже я слегка теряюсь в догадках, кто может его роль исполнить. Волибир, скорее всего. Скорее всего, Волибир. Да, новый лаунчер. Шивану не беру, потому что блочить не смогу. Не блочили одновременно и Волибира, и этого второго кэрри собираем. Охренеть! У него 4 этих хекстековых урода. Успел включиться хоть. Ну толку. Уже поздно. Так, надо поставить. Вот Ингнар. Потом его воткнем. БЦ дебашир. Ну
Ну вот этого хмыря, блин, с третьим Варвиком. Он с первого раунда играет с третьим Варвиком. Как его побеждать, блядь? Объясните мне. Как побеждать чувака с третьим Варвиком? Со старта игры, который хреначит. Я не знаю. У меня нет идей. Так, этого прибил. Ладно, не на топ-8 наиграли. Блицкранг? Ох, какие там итемки. Я что-то забыл, что блицкранг дебошир. Неправильно поставил войну, блок на все ГГВП. Ой, Ви поставил неправильно. И... Тупанул я что-то с блицкранком. Ну, блин, парень с третьим Варвиком всю малину обосрал, вот честно. Какого хрена? И уже не переделать было ничего. Нет, не думаю, что корабли завезут.
книгу на плюс 3 атаки. Книгу на плюс 3 атаки. Вроде уже известно. Ну давай уже, раздупляйся. Что-то долго очень грузится у людей. Что за кильки? О, сыграем ниндзя-ассасинами. Ниндзя. Впервые слышу такой. Привет, Фрайдай. Что за удивленный котейка? Че, у него мордочка вот однозначно удивленная. Хотя, конечно, кошачью мимику тяжело понять, но сомнений в том, что это удивленная морда, нет никаких. А что за Ноксис, который должен возвыситься над всеми? О каком Ноксисе речь? Капрос, чтоб сильно не насасывать. Я не играю в игру, я пишу ее правила.
Ну, доиграем уж, тогда пойдем леса. Каточку всегда надо доигрывать. Кильки — это рыба, а прецы — тоже рыба. Я тоже думал, может, это прецев название новое. Типа килька мастери, там что-нибудь такое. Новый состав, килька прец. Медведи завезли. Давайте патчноуты почитаем пока. Black Desert. Чё бы нет. Ну а сайт нам сделали один в один. Фестиваль рыбалки, текущие ивенты. Что-то я не вижу обновления нового, ребят. Вот, от 14 августа. Поймай золотую латимерию. Ща. Кинейну украли. Все потырили. Зарядить синергии. Лето, время веселья, период ивента. Непонятно, как это работает. Так, перерождение монстров, рассказ летней тайны. Премиум магазин. Что нового в премиум магазине? Ежи и медвежонки, комплект на валькирию. Шапка с ушами кролика. Слезы. Скидка и все. Ничего интересного. Ну да, шай, овечья шапка. И шай, шапка уж с ушами белого кролика. И тома войны подешевле. Элиан скидка. Медведи по дешевке. Бартели, последняя глава дневника.
А только 11-ю добавили, 13-ю не добавили, лол. Сейчас посмотрим. Доиграем, разберемся. Доиграем, разберемся. Так. Ну, вот эти все навыки поменяли, слава богу. Преца не будет обузить. Шаи. Чем больше поддерживаешь навык, тем больше радиус увеличивается. Ну, Туруру и Тринь, понятно. Все, че вы. Ну, проапнули. Ну, в целом понятно. Бах. Ой, я Дариуса купить забыл. Нормально. Бах поймали, блин. Да. А вы что, не поняли? Предметы можно обменивать теперь при рыбалке. Ну, в принципе, все. Основные изменения пушаем.
Да, читал Висп. У меня черт что собрано. Потому что мне нужна гребаная Акали и гребаный Кинен. А мне их никто не дает. Да, я знаю, я вот игру никак не доиграл. Игру же начал. Оно должно было в 15.00 запуститься. Сейчас игру доиграю, и тогда будет запускаться. Патчноут уже прочитали, но... Не бросать же на полпути игру, Андрей. Некрасиво будет. Так... Нельзя же игру на полпути бросать. Отлично. Да, я знаю, что серваки запустили. Ребят, сейчас доиграем и пойдем. Просто доиграть. Мне и так тут сборка ужасная такая, что я должен уже слиться. Будем разбираться, что там шаи изменили. Ну, по идее, должно быть прикольно все. Ну, это по идее. Как оно на практике будет, черт его знает. Не, люди говорят, что работает уже. Лаунчер не стартует, не спеши. У меня лаунчер открыт. Я его стартанул заранее. Подождите. Почему-то часть людей пишет, что у них не запускается. Часть пишет, что запускается. Непонятно. Ниндзя я собрал, а вот все ниндзя у меня первого ранга, и даже близко нету, чтобы их апнуть ничего. Да-да, обидно выглядит, как я кого-то вообще убиваю. Black Desert запускаем. Сейчас попробую лаунчер. Да ну просит, блин.
Потому что чувака Ясуо нафиг. Абдо пароль просит поменять. Нафиг это надо. Не хочу пароль, если менять у меня. Я хочу просто зайти в игру. Зачем он просит меня пароль менять? Зачем вот это вот? Почему это происходит? Ошибка с сервером обновлений. Короче, БДО не работает. Какой-то бред просто. Можно мне поиграть в Black Desert? Нет, он говорит, тебе нельзя поиграть в Black Desert. Действительно. Че это я в БДО собрался поиграть? После патча. Я пытаюсь логиниться, ничего не происходит. Козел Дравина забрал, скотина. Я нажимаю ожидание, у меня просто висит ожидание. Я нажимаю отмена. Но ничего не происходит. Пароль надо идти менять, что ли? Я не хочу менять пароль. Какого черта? Ой, какие... Как все коряво. Если я не хочу менять пароль, зачем меня заставляют это делать? Мне нравится мой пароль. Я уверен, что он безопасный. Черт-те, что?
Совершенно пролистнул случайно. Ништяк. Один бросок, заблочены все персонажи. Клево. Меня заставляют менять пароль. А, новый пароль. Десять, 16 знаков. Они там долбанулись? Какие 10-16 знаков? Обязательно. Обязательно нужен специальный символ. Опять заблочили всех. Сейчас поменял пароль, посмотрим. Все, погнал я в БДО, ребят. Почетное 7-е место на дне. Погнал в БДО смотреть. Понизили меня на второй ранг серебра, ну и ладно.